Накануне на подъезде к городу ОМОН остановил колонну автомобилей. Около 90 машин. Ехавшие в них молодые люди предположительно собирались устроить массовую драку. По их собственной версии, это был особый автоклуб любителей низкой подвески, члены которого собирались просто мирно проехать по улицам. Диман Брюханов, специально для без посадки авто нет. Огни света фонарей, ксеноновый блик фар. Приора на посадке вгрызается в туман. Рассеивает дым, зажаренный седан, закатанные лбы. Внутри ребята в хлам, простые пацаны, русские машины. Что отличает их тогда? Спилены пружины, а барки трутся шины, маршруты наизусть. Кто повзрослее считает глупо, но я на них не злюсь. Я никого не подрезаю и не тороплюсь. Прижавшись к тротуару, медленно крадусь. Вопросы, как так ездишь? Порядком заебали. Так же, блять, рулю и жму я на педали. Машина средство, чтобы ездить. Да ладно, не смеши. Мы вкладываем в них часть своей души. Собираем взгляды и удивления людей. Без посадки авто нет для правильных парней. Не опущено, а занижено. Правильно лежит, с виду обездвижено. Что же вас объединяет и в чем же ваш секрет? Без посадки авто нет, не опущено, а занижено. Правильно лежит, с виду обездвижено. Что же вас объединяет и в чем же ваш секрет? Без посадки авто нет. Проблемы с ДПС, у каждого прибор. Рейды на тонер, понятые шмон. Мы не преступники, нам просто так комфортнее. Не могу понять, кому мешают мои стекла. Давай не будем вешать шторы у себя в домах. Пускай жизнь твоя будет у всех на глазах. Это такой образ жизни, и у нас свой взгляд. Эффектно плаваем в своих районах, городах. Больше баса, низкие частоты в районе двушки. Спокойно держим обороты для всей пехоты. Кто в этой теме? Прямой посыл с Красноярска, мы тоже в системе. Да мы не исключение, мы тоже ездим низко. Каждая сходка для нас как зона риска. Нас вдохновляет правильный рэп со смыслом. Без посадки авто нет, первое по списку. Не опущено, а занижено. Правильно лежит, с виду обездвижено. Что же вас объединяет и в чем же ваш секрет? Без посадки авто нет, не опущено, а занижено. Правильно лежит, с виду обездвижено. Что же вас объединяет и в чем же ваш секрет? Без посадки авто нет.